Давайте посмотрим с вами, какая сейчас обстановка на речке Тарусе. Обстановка кардинально изменилась. Если неделю назад здесь было все залито, вода была вон туда, где труба, вот эта вся часть была под водой, несло льдины, мусор, то сейчас уровень воды значительно упал, где-то, наверное, на 2/3. Течение стало заметно слабее. Ну и даже потихоньку, я смотрю, вот вдоль берега даже вода немножко просветляется. На южных склонах уже начала зеленеть травка. Вот, тем более обещают потепление до 20 градусов. По моим ощущениям, где-то, наверное, максимум через недельку уже можно пробовать вот на небольших речках, таких как наша Таруска, ловить на червячка со дна. Всем привет! Сегодня 7 апреля. Река Ака в черте города Таруса, Калужской области. Прошла неделя с моего последнего ролика, как я показывал уровень воды на реке. Что произошло за эту неделю? Река еще поднималась где-то до 5 числа и максимум был 5 апреля. Подъем в этом году был не рекордный, но чуть повыше, чем в прошлом году, где-то, наверное, на полметра. В Серпухове, в общем, до 8 метров поднималась. А за последние там лет 20 максимальный уровень был около 9 метров, это в 2013 году. Ну, тоже вот разлив был довольно приличный. Но сейчас второй день, вода уже падает и пошла на убыль. Удобнее всего отслеживать уровень вот по этим ступенькам. То есть на максимуме вода была вот здесь. То есть вот так вот, вот эту ступеньку заливала. Но за два дня отступила уже вот сюда. То есть по ощущениям это почти метр. То есть за два дня вода отступила на метр и продолжает падать. Если такими темпами пойдет, то очень быстро вода уйдет обратно. Какой мой прогноз на ближайшее время вот по Тарусскому району Калужской области? Я думаю, через недельку можно будет уже половить на небольших речках. Вот. А на Оке, если вот будет так же быстро падать, то я думаю, через две недели можно будет половить. Основная рыбалка это на червя и, скорее всего, со дна. Вот. Ну, вот такая обстановка на 7 апреля. На сегодня это все. Думаю, скоро увидимся. Всем всего доброго и до новых встреч. Всем пока. На 9 апреля уровень воды еще значительно упал, где-то на метр, а то и на полтора. Так что скоро на рыбалку.